Привет! Сегодня мы с мамой будем рисовать веселую корову. Мы будем рисовать корову, так как и авокадо, пластиковыми карточками. Это кусок ДВП. Мама предварительно его загрунтовала. К сожалению, часть видео не сохранилась, поэтому показываем все, что у нас есть. Вот, а мы используем акриловые краски. Зеленый, золотой, черный, фиолетовый, розовый, красно-оранжевый и белый. Крупные мазки мы делаем пластиковой карточкой. Тоненькие линии мы делаем обычной кисточкой из набора детской акварели. С чего же мы срисовываем, вы спросите. Мы взяли как пример картинку с интернета. После высыхания первого слоя мы наводим контур. В нашей варианте черного цвета. Thank you.
реснички, чтобы она стала похожа на девочку. После того, как мы навели контур, мы немножко поменяли фон, чтобы наша корова смотрелась гармоничней. Сейчас с его помощью мы будем наносить рисунок золотой краской. Когда все краски высохли, мы идем покрывать картину лаком из баллончика. Лак выбрали глянцевый акриловый. Мы оставили нашу картину высыхать и выветриваться на ночь. Надеюсь, вам понравилось наше видео и вы поставите пальчик вверх. И попробуйте нарисовать такую же корову.